Добрый день, дорогие мои партнеры, дорогие гости, которые пришли послушать информацию об американской туристической компании Pro Travel Plus. Я являюсь таким же партнером, как и вы, но взяла на себя смелость вести презентации, школы, обучать партнеров и передавать ту информацию, которая изложена у нас в компании. Делаю информацию на русском языке, буду записывать сейчас очень много видеороликов, создам школу по обучению, как быть профессиональным путешественником и передавать те знания, которые передает компания нам через работу бэк-офиса. Но прежде чем рассказать о компании, я бы хотела сказать, в какой отрасли нам предлагается с вами быть, где предлагается находиться. Это туристический бизнес, один из самых огромных бизнесов, который существует у нас в мировой экономике, потому что он приносит 90% дохода. И именно вот сейчас это такое вот направление новое, как бронирование онлайн. Но многие этого не знают, я сама вот только сейчас буду это изучать. Мы все привыкли ходить в агентство, платить приличные комиссионные агентствам, съездили один раз и потом опять там наскребаем себе денежку, чтобы потом в следующий раз куда-то выехать. Или ищем что-то подешевле, или вообще не можем поехать. Сейчас другое время, мы будем с вами становиться профессиональными путешественниками, туристами и учиться самостоятельно уметь пользоваться всеми туристическими услугами в любой стране мира, на любом уровне. И это реально. Я хочу создать такую онлайн-школу обучения, скажем, профессиональному самостоятельному туризму. Итак, именно через онлайн у нас с вами будет очень интересная работа. И надо сказать, что сейчас миллиард долларов в день проходит через интернет по заказу услуг. А ежегодно этот бизнес приносит 8 триллионов ежегодного мирового товарооборота. Поэтому здесь работы хватит всем, денег хватит всем. И продукт настолько интересный, настолько, ну скажем, манящий, зовущий, что в нашу компанию очень легко будет приглашать людей. Это сейчас многие ринулись на деньги, на заработок, на проценты, на уровни. Вот. А сейчас, пожалуйста, ничего не пишите. Сейчас вот мы хотим как бы зарабатывать деньги, а потом вы начнете приглашать просто любителей путешествий, просто приглашать людей, чтобы они были в нашей компании. Наша деятельность, она похожа как бы на туристический клуб. Вы, например, ходите, если ходили или будете ходить, скажем, давайте пример, спортивный клуб, вы проплачиваете ежемесячные свои членские взносы в спортивный клуб или там какое-то огородничество, садоводство, ну, всякие какие-то клубы, какие есть, или у нас есть тоже там туристические клубы здесь в Бельгии, в Западной Европе. Мы проплачиваем, допустим, каждый месяц какие-то деньги, но мы на этом ничего не зарабатываем. Это зарабатывает агентство. Здесь другая ситуация. Мы проплачиваем как партнеры, как независимые партнеры, как члены, как клубная деятельность. Мы проплачиваем наши мизерные членские взносы, и мы можем зарабатывать просто огромные деньги, жить нормальной человеческой жизнью, и чтобы мы на эти картинки не смотрели, не любовались и говорили, ах, как красиво, а чтобы мы могли жить там, путешествовать, ехать туда, куда хотим, насколько хотим, и быть там, где нам захочется. Итак, все это мы с вами будем изучать и продвигать в интернете. Компания Pro Travel Plus, она была зарегистрирована в городе Карсон-Сити, это столица штата Невада, 1 июня 2015 года. И она такой огромный резонанс получила в интернете, потому что предстарт начался в середине апреля. Эту компанию подхватили люди из разных стран мира. Почему? Потому что здесь туризм, потому что здесь очень выгодные условия для путешествий, и здесь очень хорошие, можно сказать, фантастические заработки. В компании есть адрес, вы можете позвонить, есть номер телефона, вы можете пойти, если кто-то живет в Америке рядом, поехать, полететь в компанию. Она открыта, есть координаты. Каждый раз, когда компания нам присылает сообщение
уведомления на почту, на e-mail, в конце всегда стоит адрес компании. И это реальное, законно зарегистрированное туристическое крупное агентство, которое вот такой организовало уникальный метод распространения не только туризма, туристических услуг, но и создало маркет, как это сказать, как бы такой универмаг, онлайн-маркет разных вещей, которые можно покупать со значительными скидками. И можно здесь шикарно зарабатывать. Значит, компанию открыли два американца. Это CEO, то есть организатор Сет Фразер и вице-президент Шарль Вест. Ну, можете произносить Чарль Вест. Я не знаю, как правильно сказать. Произношу на французский манер, как Шарль. Это лидеры с 18-летним опытом работы в индустрии туризма. Я говорила со своим спонсором, он у меня американец, очень активный такой лидер. Я его специально выбрала, чтобы нашей команде было хорошо и комфортно с умным, талантливым и активным спонсором. И я у него спросила, говорю: «Марлон, как ты считаешь, компания будет долго работать? Как ты относишься к этому человеку?» Он говорит: «Я знаю, Сет Фразер работает многие годы, его знают в Америке как очень солидного бизнесмена, и мы все уверены, что компания будет процветать долгие годы». Говорит: «Мы пошли сюда, это очень крупная команда американская, мы пошли сюда, потому что именно поверили личности этого человека». И также есть сотрудники компании, вы можете посмотреть их фамилии. Это я нашла тоже в интернете такую информацию, и можете посмотреть, кто они. Сет Фразер, наш президент, он, как я сказала, он открыт, есть страница на Фейсбуке. Вы можете подключиться к каналу на YouTube, слушать его записи. Это человек, который открыто выходит в эфир, в онлайн, выступает перед людьми. Вы видите, он такой позитивный, ну, доброжелательный, активный. И от этого человека действительно веет просто такой хорошей позитивной энергетикой. К нашей компании ProTravel Plus подключилось уже 172 страны. И она очень активно шагает по всей планете. Идет шквал регистраций. И это очень-очень привлекает всех людей. Как я вам сказала, компания ProTravel Plus – это законная компания. В чем проявляется законность? В том, что проплаты идут картами. Только компания может наладить вот такую массовое получение денег из разных стран мира. И только компания может делать вывод на карты, которые она организовала для вывода. Это говорит самый первый признак законности компании. Там, где есть такие системы, как Perfect Money, Solid Trust Pay, Payza, это могут быть какие-то проектики, которые сегодня появились, завтра закрылись. Это несерьезно. Есть такие, которые работают дольше, но там, где есть регистрация, проплата картами, это очень солидный уровень. Я вас уверяю, что это говорит о законности компании. И когда вы потом начнете изучать уже внутри бэк-офиса весь этот маркет, который предоставляет все эти туристические услуги, то, естественно, только законно зарегистрированной компанией, отели, агентства, авиалинии, скажем, онлайн-шоппинги товаров, естественно, только с компанией будут заключать договора, и это нам дает такую радостную новость, что мы с вами попали именно в серьезную, нормальную, рабочую онлайн-туристическую компанию. Какая цель компании? Цель компании, как я вам уже сказала вначале, научить каждого человека быть профессиональным туристам, профессиональным путешественникам, чтобы люди чувствовали себя комфортно, заказывая, бронируя, путешествуя в любую страну мира, сделать семью счастливой. И также это, конечно, какая-то частичка в повышении уровня мировой экономики, потому что если все начнут тратить деньги на, ну не все, конечно, много людей начнут тратить деньги на поездки, на туристические услуги, на покупку онлайн, то, естественно, это принесет прибыль и отелям, это даст подъем экономике и в туризме, и в транспорте, и в сфере обслуживания, то есть это очень-очень такая обширная, благородная цель компании, и у нее очень-очень большие перспективы, очень много работы. Работы хватит всем. Ну и также создание сообщества
сообщество путешественников, которые бы и зарабатывали. Для того, чтобы путешествовать, нужно зарабатывать, а чтобы хорошо путешествовать, комфортно, нужно зарабатывать хорошие тоже деньги, чтобы мы могли поехать туда, куда хотим, не глядя на цены, сколько это там стоит. Такая моя задача, чтобы мы с вами, моя команда, чтобы мы с вами хорошо поработали, и на ноябрь месяц мы тоже можем всей командой, всей группой заказать поездку и показать, что это все реально работает. Я также в течение лета буду я просто жду комиссионных, в течение лета буду, даже здесь находясь в Бельгии, недалеко от Бельгии, там Франция, Германия, Голландия, заказывать отели какие-то и потом на практике показывать. То есть я хочу продвигать бизнес, не показывая уровни, как это там, проценты, уровни. Это как бы параллельно. Я хочу практически показывать нашу компанию, записывать видеоролики, открыть большой канал и рассказывать в реальности, как все это происходит. То есть моя такая цель, моя задача вместе с вами создать школу на русском языке, русскоговорящую школу обучения профессионального заказа, чтобы мы умели все это заказывать и путешествовать. То есть у нас вот такой вот хороший продукт, который очень легко продвигать. И мы получаем скидки, и, как говорится, с этими скидочками потом едем. Это тоже экономия для нашей семьи. Значит, что предлагает компания? Ну, как это она туристическая компания, то она предлагает скидки более 45% на проживание в отелях по всему миру, на заказы на авиаперелеты. Вы можете заказать домики бунгало, то есть арендовать автомобиль там на месте, как бы все это бронировать через онлайн, заказывать круизы на концерты, на спектакли звезд разного уровня. Я не откорректировала этот слайд, не только мирового. Также сюда входит еда, вещи. Я буду, наверное, планирую в четверг делать школу уже по продукту и буду рассказывать, как это все делается. Итак, если вы хотите путешествовать, если хотите научиться цивилизованному заказыванию через онлайн любых направлений, чувствовать себя смело и уверенно как путешественник, если вы хотите зарабатывать, если вы хотите быть в надежной, серьезной, законной компании, в нашей сильной команде, то добро пожаловать, берите ссылку своего спонсора и регистрируйтесь. Регистрация у нас очень простая. Вы пишете имя, фамилию, ваш email адрес, вы пишете свой номер телефона с указанием международного кода впереди, вот для России и Казахстана это будет семерка, для каждой страны свой код, и нажимаете Get Access Now, то есть получить доступ сейчас. После этого вы сразу попадаете в свой бэк-офис, и компания вас поздравляет к первому шагу. Регистрация у нас бесплатная, никто вас в шею не гонит, вы можете проплатиться, когда считаете нужным, можете вообще не проплачиваться, посмотреть просто и уйти в сторону. Но компания дает вам возможность понаблюдать, как там все это происходит, показать, какой огромный успех в компании, сколько людей присоединяется. Вы можете посмотреть так, как бы издалека на заказ, как это все происходит. Вернее, не на сам заказ, а на, как бы вам сказать, мне иногда слов русских не хватает, но в картинках посмотреть предварительно, что предлагает вам компания, и предварительно ознакомиться с ее возможностями. Здесь вы будете видеть сверхвысокую активность регистрации из разных стран мира. После вашей регистрации вы сразу увидите свой здесь вот флажок, будет ваша фамилия, и они постоянно новые. Меня сегодня очень возмутила какая-то там Надежда, она стала писать агрессивные слова под моими роликами, под роликами моих партнеров, лидеров, всякую глупость про компанию, что здесь типа фиктивные какие-то фамилии. Не верьте сплетням, не верьте грязным этим распространением, потому что здесь сразу вы увидите свою фамилию. Если вы зарегистрируете партнера, вы сразу увидите его фамилию. Здесь сразу реально видна статистика, кто зарегистрировался, когда, буквально по секундам. И отсчет партнеров идет по секундам. Компания очень серьезная, и не верьте никаким наговорам и злым вот таким вот грязным словам.
Это я просто сказала на весь эфир, чтобы вы не верили тому, что будут писать, там, может, под вашими роликами какую-то антирекламу. Значит, вы можете также посмотреть, у вас будет написано поздравление. Моя регистрация была 27 мая. На тот момент, когда я делала этот скриншот, меня очень сильно впечатлило то, как даже не столько, сколько партнеров идет за мной проплаченных, хотя я ничего не понимала тогда, а какая статистика вообще регистрации в компанию. Очень приятно работать в компании, когда ты видишь, что она живая, действенная, что не нужно никого уговаривать, люди сами идут, хотят, легко предлагать, легко люди подписываются. И вот такой шквал буквально регистрации говорит о том, что компания нравится. Почему она нравится? Потому что она служит как бы интересам человека, она полюбилась, неважно, кто где живет, на каком языке говорит, потому что компания что предлагает? Она предлагает человеческую свободу, финансовую свободу, она предлагает реализацию мечты и более высокий уровень жизни, то, чего сейчас так не хватает людям. После того, как вы увидите, как идет этот вот список в вашем бэк-офисе, вы также увидите, что здесь у нас есть на табличке, я ее перевела на русский язык, вы можете в правом уголочке поставить русский язык и смотреть всю информацию, читать на русском языке. Здесь написано, что вот вторник, 9 июня, завтра у меня день рождения, это будет подарок мне, будет сжатие в нашей системе, и вот эти вот партнеры, которые не проплатились, они останутся на месте, те, которые проплатились, желтенькие, они будут подтягиваться наверх. Поэтому старайтесь всегда стараться проплатиться до вторника и до пятницы, но по американскому времени получается полный вторник и полная пятница, полный день. Потому что те партнеры, которые регистрируются после вашего спонсора, после вас, они будут попадать после вас и не будут проходить мимо. Иначе вы потеряете даже тех партнеров, которых пригласили, которых вы пригласили, они проплатились. И если вы не будете проплачены, они пойдут к вышестоящему спонсору. Поэтому не теряйте, как говорится, время и проплачивайтесь. И потом вот плотно становятся эти зарегистрированные и проплаченные партнеры. И вот, например, я здесь на другом слайде, не хочу возвращаться, там показаны проплаты были, например, когда человек проплатился 1-2 июня, а регистрировался в компанию, там, скажем, 20-15 апреля. Таким образом, мы видим, что человек полтора месяца думал, а потом, когда увидел, что это все действительно работает очень серьезно, человек проплатился. И вот это вот огромное количество потенциальных партнеров, зарегистрированных, но не проплаченных, это все потенциальные партнеры, которые могут проплачиваться через какое-то там время, и они всегда будут находиться, как говорится, после вас, потому что вы проплатились раньше. Вот это вот такой очень интересный момент компании, который очень эффективный. И, как я вам сказала, вот вы можете просмотреть на картинках направления, какие нам предлагает компания, и вы можете заказывать. Я более подробно буду рассказывать о продуктах на отдельных школах. Но сегодня я даю более точную информацию. В первых роликах было не все мне понятно. И я так немножко говорила, может быть, где-то не точно. Как заказываются все эти поездки? Вы выбираете на перелеты, там, скажем, на круизы, на отели, через бэк-офис на заказы билеты. И здесь предлагаются цены на авиаперелеты самые-самые дешевые. Если вы сравните, например, с вашим... Вы можете просто набрать, ну, там, где вы заказываете билеты на авиаперелеты, и посмотреть, какую цену предлагают авиакомпании, авиалинии, и посмотреть здесь. Если здесь вас больше устроит, здесь будет дешевле, то, конечно, вы можете заказывать через нашу компанию. И система Rewards Network, она тоже очень интересная и очень привлекательная для нас, для партнеров компании. Я вам расскажу в следующем слайде. Итак, как стать путешественником? Как зарабатывать? Вы проплачиваете после вашей регистрации бесплатной. Вы потом заходите в свой бэк-офис и нажимаете или на зелененькую полосочку «Continue», или будет у вас тут вот в правом уголочке фиолетовая синя, по-моему, фиолетовое окошечко. Вы нажимаете и заполняете потом табличку, вы проплачиваетесь. Проплачиваться можно карточкой Visa, MasterCard.
Также вы можете проплатиться Киви кошелек, виртуальная карточка Visa, но для Казахстана, для Молдовы карточка не проходит, то есть не карточка, это Киви кошелек не проходит. Ищите другие возможности, пластиковые карточки какие-то, может кто-то за вас проплатить, не обязательно личная карта. Вы можете регистрироваться через один компьютер несколько человек. Ну, не надо, конечно, табун прогонять, а, например, как членов семьи вы можете проплатить всех через один компьютер. Это онлайн-бизнес, интернет-бизнес, поэтому у каждого должен быть свой индивидуальный компьютер, если вы хотите зарабатывать деньги онлайн. Зарегистрироваться, пожалуйста, а работать каждый индивидуально. И на каждого человека только одна карта. После того, когда мы с вами проплатились, она нам дает подарок, ваучер на $500. Но этот ваучер, его нельзя использовать как, скажем, там билет, скидка на $500, или там вы заказали отель, который вам стоит $750, а вам $500 дали скидки. Нет, этот ваучер так не действует. Он действует таким образом, что когда вы проплачиваетесь, вы регистрируетесь в системе Rewards Network. Я это все запишу на роликах, все вам покажу, и будет школа по этому. И здесь вы можете покупать то, что предлагается в этом маркете, и вы можете там где-то $25 скидка, там 30, там $10, там может быть $200, если это дорогостоящий отель, там, который стоит больше, например, $1000, то тогда можно иметь большие скидки. Ваучер, например, полной своей стоимостью $500 для чего-то там использовать нельзя. Ваучер этот действует для любого ранга, на который вы заходите. А, по-моему, слайд этот еще будет. Я помню, впереди где-то должен быть. Итак, какие у нас есть квалификации? Значит, вы можете зайти на звезду, ранг «Одна звезда». Здесь вход у нас для трех квалификаций, ранг 1 и 2 и 3 звезды. Мы проплачиваем единоразово $35 за регистрацию в компании, за то, что компания работает с нами, за открытие досье, за обслуживание. Мы проплачиваем один раз только $35. Дальше у нас идет ежемесячная подписка. Как я вам сказала, это выглядит как клубная деятельность, как вы проплатили, значит, вы имеете право пользоваться всеми туристическими услугами, и вы имеете право зарабатывать деньги. Из того, что все проплачивают ежемесячные подписки, складывается очень высокий ежемесячный пассивный доход. Даже для тех людей, которые не приглашают, не хотят приглашать, когда я буду отвечать на ваши вопросы, я думаю, мои партнеры, которые не пригласили еще ни одного человека, напишут в чате, сколько они получили переливов буквально за несколько дней работы. Это действительно все работает, и это эффективно. Поэтому вы выбираете внимательно подписку, это очень важно, когда вы прослушаете маркетинг. В зависимости от того, как вы хотите работать, активно, неактивно, приглашать или не приглашать людей, сколько вы хотите зарабатывать, вы выбираете ваше членство и ежемесячную подписку. Каждая подписка имеет свой бизнес-заработок, и в зависимости от того, на какой уровень вы заходите, столько вы будете и зарабатывать. И как вы будете свой строить бизнес. Ежемесячную подписку можно купить сразу или можно сделать ее квалификацией, работая и строя организацию. О квалификациях я расскажу на следующих слайдах. Следующий ранг – это ранг 2 звезды. Вы проплачиваете точно так же $35, единоразовый вход. И здесь подписка два раза в год $200. Я зашла на этот пакет, он очень удобный. Вы проплатили 6 месяцев, вам ничего платить не нужно. Вы только, например, строите бизнес, приглашаете людей в компанию, и уже потом ваша чистая прибыль. Это очень хороший пакет, и вы начинаете по маркетингу зарабатывать больше, если вы как бы и приглашаете у людей, и на перспективу будете зарабатывать на пассивном доходе тоже больше. Ранг 3 звезды. Точно так же. Единоразовая подписка $35 один раз и подписка один раз в год. Сейчас люди, многие, которые разобрались уже в системе, в маркетинге, заходят сразу на $400 ежегодные подписки,
Целый год человек не платит никаких взносов, он зарабатывает и получает чистую прибыль. Это очень хороший ранг и максимальные выплаты по маркетингу. Поэтому, прослушая конференцию до конца, вы потом сделаете вывод. Вот этот слайд, который я искала. Значит, компания после того, как вы проплатились, она вам дает в подарок ваучер для того, чтобы вы покоряли мир. И здесь идет, как я сказала, с разбивкой в процентном соотношении к конкретному предложению на то, что вы хотите себе выбрать. На отели там вы можете на концерт заказать билет и даже в своем регионе. Это будет все видно у нас в маркете, и вы сможете заказывать. Итак, еще раз повторяю, этот ваучер нельзя использовать полностью как $500 на что-то там, а с разбивкой у вас будет от этих $500, то, что вы заказываете, будет идти у вас еще к дешевой цене заказа, еще плюс будет входить какая-то сумма от этого ваучера. И вы можете тоже им пользоваться для ваших путешествий. Этот ваучер действует для ранга 1, 2, 3 звезды, неважно, какую вы звезду выбрали, вы будете иметь скидку от этого также ваучера. Также вы можете, вот как я сказала, выбирать перелеты, заказывать через нашу компанию. И компания нам гарантирует самые дешевые цены, которые существуют онлайн. И она, это вот есть сертификат гарантии. Что мы с вами делаем? Мы с вами продвигаем мечту, мы продвигаем с вами возможность путешествовать. Мы с вами будем обучаться профессионально заказывать для себя туристические какие-то направления, вот, и не переплачивать агентствам. И все эти деньги мы будем, как говорится, на нас любимых направлять, на наши семьи, чтобы мы еще на этом и зарабатывали. И сейчас давайте посмотрим на маркетинг, какие нам деньги предлагает компания, заработки, сколько мы можем зарабатывать. Значит, маркетинг так здорово, так гениально продумал, чтобы каждый человек, активный-то это понятно, но тот, который не активный, мог зарабатывать. Или человек, который вообще не хочет никакого бизнеса, у него свой шикарный бизнес, ему просто интересуют более дешевые цены. Поверьте мне, даже богатые люди, они всегда ищут хорошие какие-то направления, но как можно где-то подешевле. Все ищут подешевле. Поэтому здесь будут у нас в нашей компании и те, кому нужно зарабатывать, и тем, кому путешествовать нужно. И компания сделала такой маркетинг, чтобы даже те, которые не работают, они здесь зарабатывали и смогли эти деньги тратить на дополнительные какие-то там развлечения, на поездки, на дополнительные какие-то услуги, то, что они себе хотят. То есть маркетинг здесь работает на всех, и для работающих, и не для работающих. И реализация мечты наша именно заложена в денежном маркетинге. Компания создала 5 потоков дохода. У нас 2 на 14 форсированная матрица, по которой получают большие деньги, пассивный доход. У нас возможен заработок без приглашения. Если вы не хотите приглашать, не умеете приглашать, вам не нужно приглашать, пожалуйста, можете и не приглашать. У нас очень интересная линейная система, как премия от компании. И у нас есть переливы. Хотите вы или не хотите, конечно, вы хотите, но вам все равно переливы когда-то упадут. Ваша задача – это зарегистрироваться, подумать, принять решение и проплатить как можно скорее. Потому что чем быстрее вы проплатите свою регистрацию, поверьте мне, $70 – это не такие уже большие деньги. Сапоги стоят, наверное, дороже. Откажитесь там от чего-то, сэкономьте, найдите эти $70 и становитесь в строй. В моей команде работают все активно. Те, кто неактивно работает, тоже получают переливы. И в моей команде я уверена, что каждый будет зарабатывать деньги. Вот это вот результат... Я голос теряю, минутку. Это результат работы за одну неделю.
Здесь видна ситуация. Вот эти вот беленькие цифры – это мои лично приглашенные. Там, где темные, это по переливу. Вот это вот первая ко мне попала какая-то американка. Вот это вот – это партнеры, которых пригласил вот этот вот человек, мой лично приглашенный. И если вы будете нажимать на беленькие стрелочки, то здесь глубоко вниз уходят уже вот эти вот ячейки. И здесь видно, что... Когда мы работаем и строим команду, то здесь появляются люди. Это пассивный доход. Это я начала именно с этого, потому что многих людей волнует и пугает. А буду я ли зарабатывать? А верну ли я деньги? Да, мои дорогие, вы вернете свои деньги. Единственное, что если вы, допустим, не наработали еще на второй месяц, у вас нет $35, вы еще не успели заработать, проплатите еще хотя бы один раз $35 на третий месяц, вы обязательно заработаете, вы встанете потом в струю и каждый месяц потом будете зарабатывать огромные деньги. Сначала десятки, потом сотни, а потом и несколько тысяч долларов только по этой резидуальной матрице 2 на 14. Когда вы зафиксировали свою позицию, вот, например, вот ваш спонсор, вы встали под ним, я показала вам фрагмент из бэк-офиса, и человечек за человечком, то ли от вашего спонсора, то ли над ним находится целая линия людей. Я нахожусь под очень активным американской командой, которая работает, они молодцы, от них будут приходить люди. То есть переливы будут падать под тем человечком, где слабое место, и в эту ячейку обязательно кто-то придет. Нужно просто дождаться. Но я буду проводить, опять-таки говорю, школу, мы будем учиться, как приглашать, как давать людям информацию, и даже те, которые не умеют приглашать, у нас все научатся. Посмотрите, сколько можно зарабатывать по этой матрице. Значит, если вы зашли на одну звезду, вы будете зарабатывать, даже никого не приглашая, как я вам сказала, по переливу может застроиться максимально $2053. Хотите, чтобы это быстрее было? Пожалуйста, давайте информацию, работайте вместе с нами, стройте, приносите пользу команде. Если вы получили переливы, значит, облагодарите команду, приглашайте людей, помогите тоже кому-то переливами. Если мы каждый вот так вот кирпичик к кирпичику будем строить наше финансовое здание, то все очень быстро выйдут на этот доход. Но даже если у вас пока никого не будет, скажем, до четвертого уровня, просчитайте, это уже практически $35. Это небольшая команда, всего лишь сколько там, 30 человек. За месяц это обязательно застроится, и вы на следующий месяц $35 можете оплатить прямо из своего бэк-офиса. Если вы до второго уровня взяли квалификацию, до 12 уровня хотите зарабатывать, вы берете ранг 2 звезды, покупаете, который стоит $200, и... Ну, плюс 35, и вы сможете достигать уже до 12 уровня и получать $8500. Может, будет у вас такая ситуация, что вы пригласите только одного человека, или два человека, или никого не пригласите, или 10 человек пригласите. Разве это большая работа, чтобы получать $8500, проплатив только $35 ежемесячного взноса? Это просто, я считаю, фантастический заработок. И ранг 3 звезды вам дает максимальное зарабатывание. Вы получаете до 14 уровня, вы получаете $25708. Опять-таки, этот ранг вы можете просто купить, можете не заниматься бизнесом. Постепенно эта лавина будет спускаться сверху вниз, постепенно будет заполняться. И когда-то при полном заполнении вы будете получать полную сумму. Но здесь не нужно ждать, пока полностью заполнится уровень. Сколько бы человек там ни встало в какой-то уровень, значит, вы за эту ячейку получите деньги один раз в месяц. Начисление идет 1 числа каждого месяца, но по смещению времени это будет, наверное, 2 числа в бэк-офисе. Таким образом, что я хотела бы, почему я так долго останавливаюсь на этой матрице, почему я делаю на нее активно такой вот акцент. Потому что очень многие не понимают вот эту вот линию, смотрят, ой, там за мной столько человек, там уже 500-1500 проплаченных, это за мной будет 1500 человек, а почему только 3 человека упало? Значит, что вы делаете?
меня немножко телефон сбил. Вот смотрите, идет единая линия, идет огромный поток регистраций. И здесь вот находится ваш партнер, ваш спонсор, за вашим спонсором его спонсор. И такой вот целый поток линий выстраивается, это не значит, что за вами там станет сразу в один день вот эти вот 500 человек или там, я не знаю, 1500 человек. Из этой единой линии кто-то падает вот в эту единую матрицу, и она заполняется. Вот это вот и есть единый поток. И по этому единому потоку все будут зарабатывать. Не только вот это вот ваша, там ваш какой-то там русскоязычный спонсор, а здесь я вам показала вначале вся международная команда. Здесь постепенно кто-то будет падать, и кто-то будет здесь заполнять эти ячейки, по которым все будут зарабатывать деньги. Это уникальная система, и поэтому такой большой поток идет людей. Вот эта вот единая линия, она сбивает с толку людей, 3%, 5 уровней. Я сегодня говорила со спонсором, он запишет еще более такой, я вам сказала, именно по этому бонусу нам объяснить. Я слушала ролики, там пыталась их как бы, ну, более точно понять. Значит, что здесь идет гарантированно? Буквально 5 человек, которые сразу идут после вас, неважно, кто они, вы получаете по 3%. То есть вы получите 5,25 долларов. Дальше по этому бонусу я пока ничего говорить не буду, пока я не получу более точную информацию. Но я вам сказала, что вот этот огромный поток, вот эта вся линия, которая идет, которую вы видите, она именно распределяется в нашей матрице. И туда вот падают люди, а не будет у вас так, что все выстроились с вами в одну линию, там огромное количество человек, и все будут находиться. Из этой линии, как я вам показала в начале, где вот эти желтенькие полосочки проплаченные, после вашего спонсора, после вас, люди будут падать в матрицу и будут ее заполнять. По этому бонусу я пока ничего не буду говорить, чтобы потом не было такого, что Людмила неправильно что-то сказала. Я подожду ролик от своего спонсора, переведу, и потом я вам более точно скажу по этому начислению. Вот это очень вкусный бонус, он называется бонус быстрого старта, faster бонус. Это у нас третий вид заработка. И здесь мы получаем за приглашение. То есть без приглашения вы можете зарабатывать, как я вам сказала, там огромные деньги до 14 уровня по матрице. А это идет за приглашение, когда мы получаем как бы когда мы приглашаем людей, и потом это у нас будет выстраиваться по линиям, и мы будем еще получать по линиям от наших лично приглашенных. Так вот, если вы, неважно на каком уровне звезды вы находитесь, вы приглашаете человека на одну звезду, он заходит на подписку на 35 долларов, вы получаете сразу 15 долларов и этот заработок на следующую неделю. Каждую неделю приглашаете, каждую неделю будете получать деньги. По матрице мы получаем раз в месяц. Если вы приглашаете кого-то на, значит, 2 звезды, вы зарабатываете 25 долларов, на 3 звезды вы получаете 30 долларов. Дальше, если вы находитесь в ранге одной звезды, вы будете получать только за свою первую линию, только за лично приглашенных. Если вы находитесь сами в ранге второй звезды, вы будете получать за вторую линию, за тех людей, которых пригласили ваши личные, от их, значит, от их пакета 5 долларов за пакет 2 звезды. За пакет 3 звезды вы будете получать 3 доллара, если будете с третьей линии, если вы будете находиться в ранге 3 звезды. То есть, если вы находитесь на максимальном ранге, вы получаете 30 долларов за личного, 5 долларов за то, что кто-то подписался под ним, и 3 доллара, если кто-то где-то там подписался, вы получаете максимально. Поэтому наша цель, наша задача как можно быстрее перейти к 3 звездам и получать максимально по Fast Start бонусу. Матчинг-бонус – это самый большой бонус не только нашей компании, вообще матчинг-бонус, он переводится лидерский бонус, и здесь всегда самые максимальные идут начисления. Значит, как это выглядит? Если, значит, вы пригласили вашего личного приглашенного, одного, второго, третьего, четвертого, пятого, десятого, сколько угодно, значит, здесь неограниченное количество людей, которых вы приглашаете. Если по матрице они все падают вниз куда-то там, на ниже стоящие уровни, то здесь у вас вся личная линия выстраивается только в одну первую линию.
И вы здесь будете получать от вашей первой линии, от ежемесячного товарооборота, в зависимости, в каком ранге вы находитесь. Если вы находитесь в ранге одной звезды, вы получаете 15% от ваших лично приглашенных. Вот они каждый месяц проплачивают по $35. Значит, за каждого человека вы будете получать 15% от его проплаты. Со второй звезды, если у вас есть, вы будете получать уже из первой линии 25%, и со второй линии 10%, и с третьей линии 5%. Сколько бы человек ни находилось на второй линии, от всего этого товарооборота второй линии вы получаете 10%. Но это легко понять, я уже не буду дальше объяснять. Ранг 3 трехзвездочной Elite Star, то есть звезды, его купить нельзя, его можно сделать только квалификацией, построением команды. И вы здесь достигаете уже и до 6 уровня, получая 2% максимально. То есть вы поняли, у нас вот здесь вот так вот есть линии, вот линии находятся. Сколько бы партнеров ни находилось на этих линиях, на этих ячейках, вы получаете свои проценты. Но чем выше у вас квалификация, тем ниже уровень вы достигаете вниз. Это очень большой бонус, здесь очень большие деньги зарабатываются, причем сразу наша матрица – это как бы крупные большие деньги на перспективу, на несколько месяцев вперед, то здесь можно зарабатывать уже сразу, начиная со второго месяца, потому что выплачиваются раз в месяц. И здесь вот приводится пример, если вы привели только 10 человек, например, вы находитесь в ранге 3 звезды, эти 10 человек зарабатывают, значит, каждый по 1000, вы получаете, ну, своего, им структура дает 1000 оборот, их команда, этот человек заработал $1000. Значит, вы получаете с первой линии 30% в ранге 3 звезды. Это составляет $3000 с первой линии. Эти люди кого-то пригласили, у вас на второй линии находится уже 40 человек, они поприглашали, значит, вы получаете 15%, это сколько? Тоже $3000. Значит, ваша вторая линия тоже приглашает людей, на третьей линии находится у вас 100 человек, потому что, естественно, что оно растет в геометрической прогрессии. Пусть они даже по $100 получают на третьей линии, у вас составляет заработок, значит, $10000, это 5%, получается сколько? $500. Итого, вы пригласили только 10 человек, пошло развитие вашей команды, вы заработаете за такой месяц работы, при такой вот раскладке, вы заработаете $6500 и получите 140 новых партнеров. 140 новых партнеров, это вирусный маркетинг, они кому-то рассказали, дальше цепочка пошла. Представьте себе, если у вас на следующий месяц будет товарооборот, скажем, в 4 раза больше, значит, вы заработаете сколько? 24 тысячи, там, ну, где-то $25000 вы заработаете по фаст-старт бонусу. Может быть, я ошибаюсь, я посмотрю, еще будет у нас начисление 1 июля, я беру, как бы, информацию, то, что выложено, как бы, ее перевожу, прослушала ролики других людей, которые начали работать, наши русскоговорящие, которые раньше начали работать в бэк-офисе, беру информацию. По статистике, как это написано, это выглядит так. Это очень большой и очень крутой бонус, поэтому здесь очень выгодно приглашать, потому что вы будете получать фаст-старт бонус, выгодно приглашать, потому что вы будете получать этот лидерский бонус. И согласно этой таблице, как здесь написано, здесь очень большие деньги, и вы будете помогать своей команде, потому что наша матрица будет быстро заполняться, и по матрице это тоже, как говорится, нехилые $25000, говоря народным языком. То есть очень-очень большие деньги. Я не буду останавливаться на этом бонусе. Это лидерский бонус, кто выполняет уровень 3 звезды элиты. Они получают, называется бонус поколения, получают $2, $1 и $1 от первой, второй и третьей линии за каждую проплату. То есть это выливается тоже очень большие деньги по этому бонусу поколений. Значит, я зарегистрировалась 27 мая. Здесь вот видна раскладка, по которой нам выплачивают деньги. По матрице, естественно, 0 было. Лидерский бонус тоже 0. Он выплачивается 2 июля. Я вам скажу потом свою цифру, сколько будет за июнь месяц заработано. И вот это вот
Power-линия у нас 3%, было насчитано 5,25. То есть, как вы посчитаете, 3% от 34,95 составляет 5,25 долларов. Это можно рассматривать как премию от компании для поддержки, для помощи нашим, ну как подарок, как презент для вступления в компанию. Но за этот бонус я вам немножко попозже расскажу, когда получу информацию от своего спонсора. Квалификацию, как я вам сказала в начале, ее можно или купить сразу за 200 или за 400 долларов, ранг 2 или 3 звезды, или вы можете начинать строить команду и зарабатывать. Построение команды, оно очень легкое, на мой взгляд. Нужно вам, для того чтобы иметь ранг 2 звезды, вы можете зайти, например, на подписку на 35 долларов, если у вас нет пока финансов. Ну, 35 это единоразовая подписка, и 35, заплатив 70 долларов, вам нужно пригласить 10 активных партнеров, чтобы у вас было личной генеалогии, и чтобы было 40% этого объема в любой индивидуальной ноге. То есть это получается, как я понимаю, три лично приглашенных партнера, у них, скажем, по 3 человека, значит, 4 человека в каждой ноге, это получается 12 партнеров, а вам нужно только 10, и у вас будет уже ранг 2 звезды. Ранг 3 звезды у вас то же самое, только умножаете на 10. То есть вам нужно 100 активных партнеров, которые будут находиться в ваших вот этих вот ветках, но вам нужно, чтобы в каждой из ветки находилось по 40 человек. Даже если у вас будет там в ветке, например, 500 человек, большое количество, вам засчитается только 40 человек. Поэтому старайтесь приглашать, строить ветки. В каждой ветке должен быть товарооборот. Привет соседям, стучат сверху. Вот. И вы будете иметь по 40 человек. Значит, я вот зашла на 2 звезды. Сейчас, как только в каждой веточке где-то будет мне по 40 человек, значит, присвоится автоматом ранг 3 звезды. И есть такая еще вот квалификация, как у нас дерево. Это идет отдельно от матрицы, от всего. Каждый лично приглашенный создает вот новую ветку своего дерева, солнышко. Вот, может, вам будет так больше понятно. И старайтесь больше вот этих лучиков солнечных создавать, потому что каждая ветка по лидерскому бонусу вам будет приносить просто фантастические заработки с первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой линии максимально. И вы будете зарабатывать гораздо больше денег, чем по матрице. В матрице только 25 тысяч долларов, ну там сколько, я не помню точно. А по лидерскому бонусу заработки неограниченные, и вы можете зарабатывать гораздо, гораздо больше, чем в матрице. Ну, это я вам уже объяснила. Вот квалификация, например, 3 звезды. Вам надо, чтобы у вас было минимально 3 ветки, и в каждой ветке, чтобы у вас было по 40 человек. Вы пригласили 3 человечка, они тоже приглашают людей. Здесь 40, здесь 40, здесь 40. Все, поздравляю, у вас ранг 3 звезды. Это просто. На 2 звезды это там должно быть по 3 человека. Значит, я запишу на этой неделе ролик, как зарегистрироваться в системе Global E-Wallet из нашего бэк-офиса, как отправить документы на верификацию. И после того, когда вы это все сделаете, вы из своих заработанных денег потом выведете деньги на E-Wallet и закажете себе карточку. И потом будете выводить деньги на карточку. Значит, вывод на карту Visa, заказ карты стоит 15 долларов плюс 35 долларов за доставку, и вам ее принесут DHL прямо в руки под расписку. Карточка MasterCard стоит 15 долларов, и она вам придет по почте. Поэтому не рискуйте, заказывайте визу, чтобы вы лично в руки получили карточку, и, пожалуйста, будете потом выводить деньги на эту карту. Также очень здорово, что мы можем подписывать новых партнеров, у кого какая-то проблема с картами, там где-то что-то не идет, карты нету. Можно внутренними будет проплачивать из своих заработанных. Вот, и таким образом обналичивать, даже не дожидаясь вывода на карту, и помогать, может быть, своим родственникам кого-то подписывать. Итак, краткое резюме. Преимущества. В этой компании нужно быть. Почему? Потому что здесь прекрасный продукт. Я именно на продукт сначала сюда пошла. У нас очень хорошие скидки, больше 45%. Это законная компания, это не проект. Я устала, когда ты заходишь, что-то ломается, тебя обвиняют.
хотя мы не закрываем эти проекты, хочется уже, знаете, серьезного, стабильного бизнеса на долгие годы, хочется работать в серьезной компании, хочется давать визитки от какой-то компании, чтобы не было стыдно, что ты где-то работаешь, дал визитку, и ты как представитель какой-то независимой этой компании. Это очень солидно. Вот, поэтому это очень важно, и здесь приятно работать. Бизнес очень доступный, $70 может любой человек позволить для того, чтобы потом получать пассивный доход. У нас реальный продукт, у нас возможность путешествовать, покупать очень многие вещи со скидками в маркете, в международном маркете, который представляет компания. У нас есть с вами пассивный доход, кто не хочет приглашать. У нас активный доход, огромные деньги, которые можно стать очень быстро и хорошо зарабатывать, состоятельным человеком. У нас есть переливы, помощь такая вот в команде. У нас нет никакой привязки к компьютеру, у нас нет ежедневных заданий. Пожалуйста, вы можете в любое время подходить, работать, когда считаете нужным. У вас работа в международной туристической компании, как независимый представитель этой компании, и возможность научиться быть профессиональным путешественником. Еженедельные выплаты у нас есть на карту, если вы каждую неделю приглашаете, или ежемесячные, если вы хотите только получать пассивный доход. И, конечно, тоже на путешествиях мы можем с вами экономить деньги, вот, путешествовать и радоваться, что мы в такой замечательной компании.